Продолжаем, значит, наш репортаж из спорткомплекса Чертаново. Сейчас мы увидели в зале Кирилла Скачкова. Как я уже говорил, что и Кирилл Скачков, и Алексей Левенцов были освобождены от участия в квалификации. Но, видимо, настолько была сильна уверенность тренерского штаба сборной Москвы. Я прав, Кирилл? Да, конечно. И нас, ну, я, как бы, получалось, что я играл. То есть только вот прилетел. Вот сегодня немножко хотел поиграть, потому что мяч вот этот G40 я им не играл. То есть только вот буду сейчас пробовать играть. Ну и я посмотрел, как наша команда выступала по интернету. Алексей, еще раз тебе спасибо за трансляции, которые ты устраиваешь. Теперь можно смотреть все столы. Я как бы смотрел так, как наши ребята играли. То есть это даже первая встреча немножко такая была нервная с Ленинградской областью. Ну, я даже не знаю, как, то есть я думаю, что мы, наверное, будем с Алексеем биться за третье место, чтобы нас Игорь поставил в состав, потому что ребята играют очень хорошо, и я не знаю, как попадем мы в состав или нет, потому что кого-то менять я даже не вижу смысла, а мы, как бы, думаю, завтра решим, как, где мы будем играть, если нас, конечно, тренер поставит. Ну, я напомню, я уже выразил свое мнение, что ты сейчас в великолепной просто форме. Вот ты вспомнил турнир в Архангельске, где ты просто катком там проехался по всем игрокам, и не видно было даже, скажем так, такой особой, скажем так, ну не то что конкуренции, но борьбы, но победил по делу. И показываешь, мне кажется, ты сейчас вот в своей карьере один из лучших моментов по теннису. Как ты считаешь, за счет чего это удалось выйти? Да не, ну теннис, конечно, я чувствую сейчас нормально, но уже такой небольшой спад идет, потому что я сейчас играл во Франции и уже так играл в Австрии, то есть я играл уже так довольно неплохо, обыграл японца матч и проиграл Казухира, Йошимура 4-2, ну такой ровный матч был, 2-1, там 7-7, ну ровный матч, то есть я ничего не могу сказать, он хорошо играет и такой нормальный, я играл такой, но уже потом я чувствовал такая усталость, потому что я вот ездил в Гонконг, там провел такой 10-дневный сбор. Сейчас был во Франции, мы играли там в горах 1000 метров, я вот проиграл свой матч. Так, ну первый матч было тяжело, в основном так не по игре больше, а психологически, так, ну, новый клуб. Но уже немножко такая усталость накопилась за это время, то есть и я отработал в Гонконге сбор практически без пауз. Потому что... Два слова о сборе. На чем он был? Как бы основные акценты были в этом сборе? Физика там или именно БКМ там что? Да, нет, объем. Объем. То есть, да, объем. Я так старался набиться, больше объем. То есть, как бы это было так на будущее, чтобы вот где-то ноябрь, декабрь. То есть я еще, наверное, вот в начале октября поеду в Оксенхаузен. Уже так где-то оттачивать такие больше моменты технические. Ну а вот да, в Гонконге, то есть там первая тренировка начиналась в 9:30 утра. То есть и там даже в 9 там, или в 8:45 были подачи, там даже бегали. И... Плюс еще разница во времени, да? Ну, разница, я привык быстро, как-то мне это не ощущалось. Просто первая тренировка в 9:30 утра и там до 12, до 12:30, потом обед, следующая в 3. Даже там вечером иногда тренажерный зал, и 7 дней, то есть такое ощущение, что только ты играешь в настольный теннис, то есть только поспал, играешь, то есть вот так как бы было, то есть, ну они, конечно, фантастически тренируются, то есть у них такой объем, они на этом, конечно, база супер у них, то есть все супер было. Насколько сложно удерживать вообще вот тот пик формы, да, на который ты выходишь вообще? Какие вот, зависит это от тебя или не зависит? Ну, понятно, это зависит от игрока. То есть надо тоже чувствовать свое тело. То есть где-то, я думаю, давать паузы. То есть иногда, ну я уже как бы со временем, с опытом уже чувствую. То есть, ну иногда еще бывает, хочется где-то там перед матчем побольше поиграть. Но этого иногда и не нужно делать, потому что нужно так уже перед матчем, я уже для себя как бы по одной тренировке уже там за 2-3 дня, как говорится, уже так много такого существенного ты не поменяешь уже. Главное психологически подготовиться и, конечно же, физическая форма. Потому что сейчас играют
настольный теннис, я думаю, что очень много. То есть, если раньше там, ты мог спокойно приехать, там, пройти группу или там первый круг, то сейчас вообще, то есть, первые 300, ну, то есть, невозможно, то есть, ну, да, ну, вот сейчас там, например, у вас вот эти турниры платинум, когда 16 человек сеется, остальные все играют, то есть, там, Жоу Ю не выходит из-под группы, не просто в стыке, а не из группы не выходит, то есть там, Пэйфэй проигрывает Монтейро, ну, Монтейро сильный игрок, но я имею в виду, что такие встречи уже на ранних стадиях, поэтому сейчас как-то спрогнозировать очень тяжело, поэтому... Ну, это новая формула, да, ITTF? Да, новая формула, и очень тяжело, то есть ты проводишь группу, потом вот эти по одному, по два стыка, там получается по 5, по 6 матчей, это ты уже, чтобы попасть в сетку, должен выиграть мини-турнир как на 32. То есть это довольно-таки тяжело. А как большинство игроков, вот ты же общаешься со всеми игроками в мире, ну, какие вообще фидбэки, отзывы, какие вообще вот об этой системе? Ну, как, да тут всегда будет, как, понятно, если ты сеешься в 16, то тебе супер. То есть, да, сейчас с новым рейтингом, то есть, а понятно, игроки, ну, говорят, что, ну, тяжело, как бы, то есть, тяжело, я имею в виду, что очень много матчей. Очень много матчей проходится, и как бы, чтобы показать результат, попасть в сетку, ты должен просто выиграть, я повторюсь, что мини-турнир такой, и потом уже ты играешь опять с суперсильной там, двадцаткой мира. То есть ты уже как бы там, выиграл 5-6 встреч такого твоего уровня и даже выше, и потом еще играешь, можно сказать, с титанами. То есть, ну, конечно, тяжело, но турниров много, то есть ITTF делает много турниров. Поэтому посмотрим, как следующий год будет вот этот рейтинг, потому что там больше будет зависеть от того, сколько ты играешь. То есть такой там перепад, я думаю, будет такой сильный. Слушай, ну ты вот сейчас здесь в Чертаново вот прилетел, да, и вот я лично впервые увидел, да, вот эти увеличенную территорию, новый свет добавленный, и столы, и все полностью готово. Как ты оценил бы вот условия игровые Кубка России? Супер, я считаю, что супер условия, зал реконструировали. Я помню, я играл последний раз здесь официальный турнир, это когда я еще играл, по-моему, за Дест Владивосток, если я не ошибаюсь. Мы заняли третье место, тогда Оренбург выиграл здесь, я помню, Макс Шмирев играл с Васей Лакеевым. Тут было темно, деревянный пол. Только не на 16-й стол, да? Только не туда. А тут сейчас можно, я считаю, что и сделать какой-то, я не знаю, как такой центр, если тренироваться здесь, проводить сборы, я думаю, было бы супер. То есть, ну. Кстати, здесь вот это настоящий дом стал для женской сборной команды по настольному теннису нашей российской. Здесь у них есть VIP-комната великолепная для отдыха, для рекреации, и девчонки просто здесь довольны. И для тренеров все есть. Ну, хочу порадоваться за девочек. А где, кстати, вот ты сейчас упомянул Василия Лакеева, что здесь играла? Где наш сейчас покерфейс знаменитый? А я не знаю, да, но Вася, по-моему, в польской лиге играет. И у них вот были матчи недавно, там, по-моему, и Слава Буров, и Миша Пайков, поэтому как бы их здесь нет. То есть, такие сроки сделали, ну, я думаю, что не очень удачные, чтобы, например, проводить в таком зале, ну, в Москве. Такой турнир, я считаю, должны участвовать все сильнейшие. То есть и как-то федерация должна, наверное, подстраиваться под срок. Ну, под сроков, конечно, посмотреть внимательнее, потому что в таких зал, такие условия, я считаю, должны выступать сильнейшие спортсмены и показывать как бы хороший настольный теннис. И это будет и для популяризации настольного тенниса и для всех только лучше, если будут сильнейшие игроки играть в хороших залах, в супер условиях. Поэтому... Ну что ж, это был Кирилл Скачков, член национальной сборной команды страны, который вот уже, я думаю, завтра присоединится к первой команде Москвы. Если меня поставит тренер, я еще что. Игорь Рубцов, да, вот здесь рядом наблюдает, да, коуч. Ну что ж, Кирилл, очень бы хотелось увидеть твои встречи. У тебя сейчас, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что ну, помимо того, что всегда приятно наблюдать за твоей игрой, да, но сейчас ты в великолепной форме. Надеемся, что ты будешь включен в состав, и мы увидим здесь шикарные встречи с твоим участием. Надеюсь, дай бог. Тьфу-тьфу-тьфу, конечно, сплюнем, но дай бог, как Бог пошлет. Ну что ж, спасибо.